Городской фестиваль, инсценированный героико-патриотической песней с участием студентов, проходит впервые. На сцене учащиеся севастопольских колледжей и техникумов. Они готовились несколько месяцев, чтобы по-своему рассказать о войне. Номер называется «Плач матери». Я думаю, все могут понять эту тему, когда мать тоскует за сыном, когда она его лишается, и как ей тяжело в этот момент, и именно это мы хотим передать в номере. «Я помню, я горжусь» приняли участие больше сотни студентов. 8 команд представили творческие инсценировки событий гражданской и Великой Отечественной войн. Почему бы и нет? Ну, обидно, когда школьники принимают участие в масштабных проектах, а студенты среднего профессионального образования нет. Конечно, это через тернии к звездам. Конечно, это сложно, потому что студенты, они привыкли чувствовать себя как студенты, они привыкли сидеть за партами. Конечно, это большая мера ответственности, тем более накануне Дня Победы. Организаторы надеются, фестиваль станет традиционным и уже в следующем году, накануне 9 мая, соберет несколько сотен участников и зрителей. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.